получается, решил встать на коньки, сделать тройной тулуп. Я пытался научиться кататься задом, но пока не понял. Я понял, что надо крутить попой. О, получается. Ну, в общем, главное в коньках – это коньки. Добрый вечер. Арфы нет, возьмите бубен. Баян западает, ебошим на балалайке. Ехал я по нефти заводской, меня уебали, сейчас один раз застой. Ты уже один раз не пройти. Блять, что-то тут я забыл. Моя мама запретила возвращаться мне домой. Моя левая нога скрала и соскользнула. Не осталось даже предпочтения. Сегодня свадьба, и я буду ехать вот на этом автобусе и лобать на баяне. Должен был изначально быть маленький автобус, но поскольку людей больше, поедем на здоровом автобусе с большим баяном. Поехали! Невеста, веста, весточка, ждет меня невесточка. Свадьба, смотрите, ведут. Сегодня на кого-то наденут хомут. И сегодня я в свадебном автобусе. Да, и когда будет у вас свадьба, да-да, именно у тебя, не забывай про меня, про Семена Жорова. И тогда свадьба будет надолго. Да, хотя постоянным клиентам, разумеется, скидки. Такие тоже бывают. Весточка, ждем его невесточка. Попал, парапай, если ты не попал, не надо твоей стать.
танцуем и поем, а имениннику нальем. Вся страна кричит «Ура! Именинник, пей до дна!» Пай-рурай, рурай, с днем рождения, старина! Пай-рурай, рурай, с Новым годом! Или, не, лучше, с днем рождения, старина! Все нормально, а я в порядке. Всем спасибо за подарки. Праздник детства, праздник дня. Через год увидимся. Ай-ру-рай-ру-ра, с днем рождения, старина. Ай-ру-рай-ру-ра, с днем рождения, старина. Опа! Алексей Лопатин.